professional. Last year, unfortunately, I was a bubble boy. So just one place before the money, I busted with queens against aces. The moment I bubbled, I'm a bit frustrated and disappointed. It's better to go out in the first hand than on the bubble, because once you're going deep and then you end up with nothing at all. But in the end, it's just part of the game. The next one I played was Snowfest, and there I reached the final table and finished in third place. I was happy and... Возвращаемся мы к финальному столу. Джиласи перед перерывом выиграл последний банк, показав при этом еще сет. Блайнды выросли, стали 40-80 тысяч. Гомеса, Кузьминского, Варрингтон приблизительно одни стеки. Хотя и Олег Плавский уже тоже недалеко к ним. Вроде бы, да, недавно были блайнды 25-50, и у него было 6 миллионов, и ты и не задумываешься, а теперь вот прошло буквально 2 часа, и у тебя уже 30 больших блайндов. Ну смотри, реально, тоже использую это слово, средний стек у нас на начало трансляции был порядка 70 блайндов, и казалось, что огромная глубина, и сейчас у нас обладатель огромного количества фишек, ух ты, это где это Женя Качалов, гест-комментатор, а, ну, видимо, у чехов, и вот сейчас у Джиласи, у которого очень много фишек, который все выигрывает, у него всего-навсего 104 больших блайнда. То есть это, конечно, колоссальный стек, но это чип-лидер. А средний стек у нас сейчас, наверное, в районе где-то там 40 блайндов. Да, поменялась блайндов. Ситуация быстро. Открывается рейзом... Нет, это, наверное, большой блайнд. Открывается нет, рейзом Джиласи. Да, естественно. Ну, я просто... Я сам себе, понимаешь, вот сам себя перебиваю. Ну, Джиласи, наверное, должен открывать теперь все и вся. И, опять же, единственный, кто ему будет пытаться оказывать сопротивление, это Олег Плавский, ну, на мой взгляд. А ему тоже непонятно, что делать. В принципе, он должен оказывать давление. Но и состав финалки, кроме него и Джиласи, такой, что ему, в принципе, можно и не сталкиваться с Джиласи, а пытаться выигрывать деньги в других раздачах. Ну, он тоже понимает, он же пересидеть не сможет, если он будет сидеть, ну, как более-менее тайтово, ему нужно тоже восстанавливать стек. Вот Олег-то как раз уж совершенно точно играет не на то, чтобы там пересидеть 2-3 места, его задача пробиваться в топ-3, где все деньги, как всегда. И опять, посмотри, Олег делает 3 бета, и вот, ну, такое впечатление, что мы не видим карт. Постоянно в карту. Ну, наверное, вряд ли там Боичиан избрал для себя в качестве жертвы Олега. Да, я думаю, это просто совпадение, что... Ну, на самом деле, Боичиан, так как он не профессиональный игрок, он может так еще задумываться, в принципе, с той картой, которую он всегда выкинет, но он сделает вид, это тоже такой момент, он показывает, что он всегда думает, что вот ему всегда хорошая карта, а по факту, конечно, там достаточно легкое решение, какая-нибудь карта видит туз-10 одномастная, к нему пришла, он сделал вид, что он подумал, но всегда он выкинет такую карту. Ну вот Джиласи как раз наоборот, видно, что выбрасывать не собирается, но и вряд ли он будет колом играть. То есть если он собирается продолжать игру, то это, видимо, должен быть 4 бет. Ну, здесь, безусловно, 4 бет очень выгоден, потому что Олегу, имея такой стек, ему на 4 бет нужно ставить all-in, а тяжело ставить all-in, когда у тебя еще 3 стека меньше тебя, потому что у Джиласи может и рука быть, соответственно, Олег попадает в ситуацию не очень приятную, но будем смотреть, я думаю, он без руки не 3 бетил бы, но Джиласи опять делает маленький 4 бет, но быстро all-in. All-in, говорит Олег, да, ну и, наверное, кол будет, да, потому что Джиласи ни разу у нас тоже в блеф не 4 бетил. Туз король пик, я слышу. У Олега и 2 девятки у Ремзи. Как я предполагал, ну, будем болеть за Олега, желаем ему всяческих пикей и картинок на доске, тем будет интереснее дальше наблюдать за игрой на финальном столе.
Так, ну пока не самое лучшее, но есть одна пика, одна картинка. Вот я думаю, но мы если... не расстроимся, если пиковая картинка выйдет по терну. Ну, мы не расстроимся, если картинка выйдет ни валет и ни дама. Ну, в общем, да, или король, или пику, десятку, даму. Плохая карта. Туз или король? Туз или король? Туз на ривере, туз на ривере. Эйс он за ривер. Да, к сожалению, проигрывает Олег этот all-in, но очень неприятная раздача, потому что по составу стола, я думаю, Олег рассчитывал явно не на это место. Рамзи, в принципе, тоже ничего не оставалось, с его стеком, с девятками здесь приходится делать 4 бета и кол, потому что... Ну, против уже, такого игрока, да, может быть. Да, уже и блайнды 40-80, это, в принципе... Как бы автоматически. Ну, для Рамзи это, конечно, сразу видно его турнир, потому что два очень сильных игрока, Марк Херм и Олег Плавский, вылетели. Олег опять занимает седьмое место. Я помню, мы с ним общались, он был расстроен местом на ИПТ Монте-Карло. Он там занял тоже высокое место призовое на финальном столе, но говорит, мог я подняться выше. Очень слабый состав был, я помню, там финальный стол реально был очень не сильные игроки, и здесь вот он остался, в принципе, только Бен Ворингтон, но он достаточно, да, тайтово играл, но у него и стека не было, ну, то есть, один из единственных соперников, и Рамзи, и, конечно, сейчас, если Рамзи будет грамотно играть, если не будет проигрывать Алына, он должен завоевывать топовое место. Да, жалко, это была славная охота, и еще раз повторю мысль. Ну, поздравляем все равно Олега, конечно, седьмым местом лучше не поздравлять, а помолчать просто, да, и ничего не добавлять, но, тем не менее, финальный стол мейн-эвента – это всегда событие, да, седьмое место, но это тоже деньги, я считаю. Ну, это отличные деньги, как раз, например, ну, сайд-эвент, он не намного дешевле, да, например, сайд-эвент за 2000, вот, который Алексей Белокур выиграл, поделив в хедзапе. Ну, там турбо-турнир, ну, там бай-ин был 200, то есть бай-ин был в 2,5 раза всего меньше, а за первое место там Алексей получил 72 тысячи. Это тоже очень хорошие деньги. Понятно, что там сайд-эвент турбированный вообще один день играется, ну, там сайд-эвенты не турбированные 2 дня, здесь ты играешь 6 дней. Ну что делать, мы не знаем, что было у Олега в раздачах против Баичиняна, который вот эти две огромные раздачи проигранные. Ну, ясно, что такой профессиональный игрок, ну, наверное, сыграл оптимально. А здесь, ну, типичный кулер, никто не мог сыграть иначе. И Джиласи, ну вот я сказал это, разовью мысль, хотя я думаю, все поняли. Может быть, против Катупаса или Баичиняна он по-другому бы сыграл с парой девяток, а... Против активного, агрессивного игрока, конечно, он тоже должен был выставляться. Ну, сделав 4 бета, он уже, конечно, не мог... Ну, он бы не, я к тому, что 4 бета, может, он не стал бы делать против этих ребят. Ну да, но у голландца все-таки больше стек, а у грека, по-моему, ну, тоже чуть побольше, там 3,5 миллиона, да, я думаю, он бы сыграл. Ну, не... ну кол, наверное, сыграл да. бы. Именно против них, ну, потому что... Ну, и стек другой. Да. Ну ладно, если бы Декабы, теперь мы болеем только за Сергея Кузьминского. Ну, я не исключаю, что у кого-то есть пристрастия и иные, кто-то но... симпатизирует кому-то из игроков. Да, мы болеем за Сережу, желаем всячески хороших карт ему. В принципе, в данной ситуации, при данных стеках, все может произойти, и легко можно оказаться и в топ-3, и в топ-2, это уже другие деньги, и... Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне. Упрочил свое лидерство Джиласи. У него стало 11 миллионов. В 2 раза меньше практически у его следующего соперника Баичиняна. Да? У него 5 миллионов 700. И примерно одинаковые стеки у Сергея, у Гомеса и у Бена. И где-то между ними это... Катапа... Ката... Ката...
Котопас. Напомню, что вы можете адресовать свои вопросы нам по скайпу. По скайпу оговорился, потому что в следующем сообщении как раз скайп упоминается. По почте eptpoker@mail.ru. Вот здесь на рейс Гомеса Алын ставит Сергей Кузьминский. Так, не очень мне нравится, что там задумался и попросил посчитать стек Сергея. Рамзи. Да, Рамзи Джеласи. Достаточно быстро пошел Алын Сергей. Очень-очень близок к колу Рамзи. Но все-таки отправляет карты в пас. Да. И Гомес тоже инстафолд делает, но отлично. Ну, если только у нас две тузы были, нажили хорошее количество фишек без каких бы то ни было выставлений. Итак, вопросы я уже сказал, куда присылать. И вот тут Толя Суворов написал, что он мне в скайп уже стукнул. Очевидно же, что это лев, а не тигр. Расцветка и ткань на голове и на изображающей гриву является доказательством моих слов. Ну, Толь, очевидно же, что я в эфире, значит, в скайпе не я, а Лера, если у меня скайп включен. Ну что, лев это, да, думаешь? Я затрудняюсь ответить. Ну, на тигру, с тигрой как-то было бы веселее. Ну, лев это клев, наш этот товарищ. Вопрос мне, как я оцениваю свои игры в каждой из игр, входящей в 8-гейм-микс. Приветствуется развернутый ответ, как минимум... Минут на 20. Да, давно тебя не видно, за столами 8-гейм заходи, написал Саня. А, ну, я догадываюсь, кто это там, человек, с которым мы постоянно играли. Ну, все-таки передача не про меня абсолютно, я не профессиональный игрок, я не Макс Лайков. Но зайду и поиграю. Но, видимо, тебя там ждут. Я давно не играл в 8 игр, потому что я сейчас концентрировался на турнирах. Мы вот говорили о марафоне, который проводили легенды на Госу Апосу, но мы тут тоже немножко марафоним с нашим хорошим общим другом, с Максимом Лыковым. Марафоним с Ромео Про заочно. Мы с ним... Я не марафоню. Ты не марафонишь, но у нас я там... Я уже стар. Но у нас там пари с Ромео Про, кто больше профита сделает, осталось несколько дней. Я знаю. И у нас там с ним мы сейчас примерно нога в ногу идем, но все решится в эти выходные. Желаю тебе всяческой удачи. Спасибо. Но болеешь за Ромео Про. Нет. Вот, но я говорил, что если Рома сделает профит 50 тысяч, а 40, я не расстроюсь. Ну, это самое главное. Вот. 8 игр, я считаю, что я играю во все выше среднего уровня. Я опять наглый. То есть я далеко не лучший игрок, но лучше всего я думаю, что я играю в 2-7-3. Удобная позиция, на самом деле. Да. Но у меня нет каких-то лучших игр, но я считаю, что нет совсем худших. Бэйчан сделал рейс катов, Бен пошел Алын. Стейки уже такие, конечно, что рестилы очень выгодные. Это рестилы, это если мы на рейс ставим Алын. Соответственно, так как уже ты забираешь без крытия там, 1/4, 1/5 стека часто, 1/6. Ну, в любом случае, это все равно происходит по карте. Как бы то ни было, то есть Ворингтон, он же показал Алын, он здесь поставил с тузами, на 5-бет он выбросил свои карты. То есть диапазон Алына Ворингтона, я думаю, туз 9 мастевые плюс. Ну, здесь, я думаю, смысл в том, что Бэйчан не очень любит выкидывать карты. Хотя все эти разговоры, любит, не любит выкидывать, я думаю, он тоже. Придет ему 8-7 червей, он их откроет, если Алын пойдет, он их выкинет. Но он не любит выкидывать, когда там небольшой 3-бет для него. Нет, просто те моменты у него могли быть руки, а вот из-за чего имидж о нем такой складывается, только из-за того, что он так долго думает. Хотя по факту там... Ну, это может быть просто театральная постановка. Вот любители любят играть в покер. Вот они именно играют. Вот он сел, у него много фишек, финальный стол. Туза вот. Показывает и отправляет карты в мак. Показать туза. Там. Понятно, ему пришел туз-2 разномастный, допустим. Он зарейзил, и сейчас он показывает туза, чтобы знали, что он не рейзит без карты. Ну, это вот покер. Он сидит, он доволен собой, он на финалке. Он выиграл фишек, ну... Все замечательно. Привет, Максим и Миша. С чем связываете очень серьезную силу белорусских игроков, как в офлайне, так и в онлайне? Где-то даже видел, что Беларусь лидирует по призовым в онлайн на Poker Stars. Не помню только за какой период. Спасибо, Кирилл. Ну да, мне тоже интересно, почему так получается, потому что даже американские регуляры пишут, что же такое? Я вот сидел за одним столом,
Шом Дибом, ему пишет: и почему у вас из Беларуси ни одного плохого игрока? Дайте, покажите мне хоть одного игрока, да, плохого игрока. Но их мало, но они все хорошие. Да, я не понимаю, почему нету слабых игроков, но вот, видимо, такая селекция проходит в недрах наших соседей и выживает только лучше. Ну, как шутят ребята, не помню, кто это говорил, Диси Вася, Вася Фирсов или Кирилл Родионов Морен, который пока меньше заслуг имеет в офлайне, чем Вадим Курсевич, Вадим Маркушевский, ну, которые в онлайне, конечно, отличные результаты показывали. Но, тем не менее, вот кто-то из них шутил, что просто у нас в Беларуси, ну, как-то настолько тяжело, вы-то там в России еще можете где-то пойти заработать и жизнь, а у нас других вариантов нет, поэтому, если уж мы садимся играть, да, за что-то беремся, то выкладываемся на все 100%, но действительно, сколько? Я так навскидку человек 10 знаю белорусских игроков, которые очень сильные, и при этом действительно тоже не знаю ни одного слабого. Челаси сделал рейс, Котопас холл большого блайнда. Ну, флоп, на котором тяжело будет сопротивляться Котопасу, хотя он иногда он защищает валет 7 в масть. Небольшую ставку продолжения делает Рамзи. Очень любит изучать вот так соперник Котопас. Кол. Или еще нет. Лирует. Ну вот, закрылся флеш по терну. Не знаю, чья карта усилила кого в данном случае, да. Ну, помнишь, там со стрит-дро против Олега, где очень хорошо терном поймал стрит, Джеласи не стал делать ставку продолжения. Но вот если он здесь будет ставить, то, скорее всего, эта карта ему как минимум не навредила. Или у него нету другого выхода, как ставить, ставить, ставить. Ну да, тоже вариант. Потому что более вероятно, что у Котопаса какое-то слабое совпадение или какая-то пара, типа пятерок, с которой ему тяжело здесь будет терпеть дальше, чем у него обязательно было флеш-дро, на который он закалировал и поймал флеш. Чуть больше полбанка ставит Джеласи. 375 тысяч, банк 700. Такой игрок, как Грек, он даже с семеркой здесь терпеть дальше, я не уверен, что сможет. Я не исключаю, что он там и туз-7 здесь в пас отправит. Ну а уж какие-нибудь пятерки, четверки он точно зароет. Ну и плюс у него наверняка в голове мысли, у него сейчас стек на начало раздачи был почти 4 миллиона, да, 5 миллионов там с чем-то у игрока из Нидерландов, и, соответственно, он считает, что ему важно пересидеть вот этих всех трех коротышей, а дальше уже как-то там разобраться. Да, для Джеласи, конечно, очень хорошая ситуация, как я уже не раз говорил. У тебя 150 больших блайндов, у преследователя, который ты сидишь позицию, у Давида Бэйча на 70, у Грека 50 и 2 стека по 20 блайндов. Очень удобная ситуация. Ну и причем колоссальный разрыв в опыте и классе. Ну вот мне абсолютно не нравится игра Бена Ворингтона, но его статистические выкладки, то, о чем ты говоришь, вроде говорит о том, что все-таки это сильно квалифицированный игрок. Тяжело играть, когда у тебя маленький стек, понимаешь? Я понимаю, я к тому, что ну вот даже если он сильный и квалифицированный, у него 20 блайндов всего. А уж что говорить про Котопаса, Гомеса, представителя Нидерландов, ну и нашего... Сергей играет, вот мы не видели у него никаких ошибок, но все-таки человек играет первый живой турнир, первая финалка, понятно, что у тебя преимущество в опыте над ним колоссальное. Ну, опыт опытом, как я говорил, преимущество по картам может не быть, и
Очень тяжело, конечно, рассуждать. Я не то, что защищаю Бена, но мне кажется, вот он все-таки попал сразу в неприятную раздачу, где он проиграл достаточно приличное количество фишек, когда видно, у него была рука, где он зарейзил что-то ГЭ. Его 3 бетнули из большого блайнда. Он поставил 4 бет, и все равно он в муках выкинул. А по нему не видно было, что он блефовал. Ну, то есть, я думаю... Ну, я про другое, не то чтобы обидеть здесь Бена, а про то, что ты не раз говорил, и я продолжаю развивать эту мысль. Ну, фантастическая ситуация для Джеласи. То есть, во-первых, ему сложилось во всех алынах. Во-вторых, вот даже когда он рейзит, получает кол, он один раз показал топ-пару, топ-кики, другой раз показал сет. То есть, ему еще и заходит. И я вот не вспомню, чтобы у нас в последнее время на финалках ЕПТ были вот такие турниры, где по всем показателям подавляющее преимущество одного игрока, потому что другие по ряду причин просто не могут оказать никакого сопротивления. Были два сильных игрока, причем один был с хорошим стеком, Олег Плавский, которые могли здесь и должны были с Джеласи биться на равных, а то, может быть, даже и... Да, неожиданно Олег, конечно, ушел на седьмом... на седьмом месте, потому что все-таки у него был достаточно большой стек, но здесь ничего не сделать, блайнды растут, как бы это незаметно было, что 40-80 это уже даже не 25-50 далеко, потому что это совсем другой банк уже, и раздача уже намного крупнее. Но тут, понимаешь, если бы Олег ставил для себя задачу попасть там в топ-5, играл в стиле Катупас или игрока из Нидерландов или Гомеса, он бы не ушел на этом месте. Он бы не играл вот эти 4 беты, да, против там игрока, который не выбрасывает. Ну, может, с Узом Королем в позиции колба просто сыграл. Вот. А здесь... Здесь появился, да, звезда. Человек, которого как раз в перерыве только что показывали на телевизионном столе в ЕПТ, где он не мог там обыграть Волыни. Туз-дама против туз-валета Вадима Курсевича, Иван Сол Демидов. Добрый вечер. Могу, знаешь, как это на радио говорят, а сейчас о пробках. В общем, очень долго я сюда добирался, поэтому... На машине? Да, на машине Москва стоит, к сожалению, но вот все равно. Москва митингует, не стоит. И стоит тоже. А, ну вот сегодня суббота, я тоже поехал на машине и тоже долго ехал. Странно, неожиданно. Ну, ведем тебя в курс дела, Ваня. Седьмым вылетел Олег Плавский. У него был очень большой стек, но он проиграл Рамзи Джелази девятки с туз-королем против вернее, его сначала девяток. Он, наверное, пока ты ехал, он просто проиграл 2-4 бет-пота против вот игрока из Нидерландов. Давид Баичан. То есть он два раза открывался рейзом, получал 3 бет, стоял 4 бет, получал инста-кол, ну, второй раз не инста-кол. По флопу делал ставку продолжения, оба раза получал, ну, по сути, all-in на ставку продолжения. Да, и Рамзи оказался со стеком в 140 блайндов, второй стек у него, у соперников, по-моему, 70, а, нет, 60 или 50. 62 блайнда. И три игрока со стеками 20 больших что-то блайндов. Что-то мне подсказывает, что он и выиграет. Очень есть такое предположение, потому что вылетел первым Марк Херм, это Deep Trunk, известный игрок американский. Вот сейчас Олег, у Олега было 6 миллионов, вот он пораскидал по столу. И вот хороший игрок в рубашке, который с волосами, это Бен Варик. Вылетит сейчас. Нет, он вполне может, да. Но вот он тоже хороший игрок Кит Кардив. Ну ты так расскажешь, Ваня, как будто нет, он ничего не смотрел, наверняка. Может, он что-то помнит, знакомые буквы. Не, я смотрел вашу трансляцию, когда еще Илья был, пока не выехал сюда, слушал. Но, вот но когда я смотрел, еще все игроки были на месте. Сейчас картина изменилась. Извини, ты слишком долго ехал. Долго ехал. Но вот смотри, в банке 975 тысяч Баичиян использует свой излюбленный прием. Он очень любит либо рейс кандбет играть, либо чек-рейс. Вот, причем на таких досках, где вроде как непонятно, что он изображает. Здесь он изображает даму, что ли, да? Как? Ну, видимо. Но у него любимый, он в каждой второй раздаче, где оказывается на флопе, он играет или рейс кандбет, или чек-рейс. И в игре еще Сергей Кузьминский, за которого мы всячески болеем, у него тоже по 20 больших блайндов. Ну, фактически для Джеласи сейчас очень хорошая ситуация, как ты видишь. Гомес справа, да, снизу, Баичан, Сергей. Бен и Грек, они не очень, так скажем, опытные игроки. То есть он решил, поэтому он просто встал и ушел. Да, Джеласи все тауте ждет соперника по хедзапу. Да. Ну вот ты можешь посмотреть по стекам. Ну да. И Баичан и Катупас. Катупас, кстати, хорошая фамилия. Котопес, да.
Инрейд. Ну. Но, к сожалению, когда такое распределение стеков, маловероятно ждать какую-то яркую игру. Но еще проблема в том, ну, ты сам смотрел, поэтому, наверное, тебе нет необходимости навязывать там наши мысли, но просто люди, у которых второй, третий стеки, вот представители Нидерландов... Не самые агрессивные. Ну и не самые агрессивные, играют строго по карте, что Катупас, что... Ну вот, правда, вот этот человек Байчиян из армянской диаспоры, Леон Назарян, сказал, что, ребята, ведите себя прилично. Вот, не хулиганьте тут в эфире. Но Гомес из Нидерландов он играет, он иногда что-то изображает, но все равно в целом все-таки играет Гомес фит-о-фолд. Показал всему столу туз, с которым он пошел all-in с Баттона. Так ну, что, да. Может быть, разве что наш Сергей Кузьминский, дай бог, у него пойдет, и, может быть, он сможет оказать сопротивление. Ну, у него стек, нет, дело даже не в сопротивлении, а в том, что тут такое... Да, нет, здесь такие все, стеки, все что... для Рамзи, да. Я говорю. Три стека по 20 больших блайндов и два не самых агрессивных средних стека. И здесь для него, конечно, поле для деятельности очень большое. Ну, кстати, только какие глубокие стеки, я был удивлен, когда я смотрел, получились на финальном столе достаточно глубокие. Ну, сейчас глубокие. Уже меньше, да, в начале финального стола средний стек был 70 блайндов. Да, вот было чип-лидер со стеком 170 больших блайндов. Ну, чип-лидер, ладно, а средний 70 блайндов и коротыш 40 блайндов, ну, самый короткий стек 40 больших блайндов. Даже на не, назовешь его, не назовешь его коротыша коротышом. Где-то он был бы еще ого-го, в этом турнире где-то коротыш. Он вообще чип-лидер был бы. Напомню, что вы можете присылать свои вопросы по адресу eptpoker@mail.ru. Теперь и Ивану Демидову. Макс нас собирается скоро покинуть, собирается активно играть сегодня в интернете. Или не очень. Или не очень активно, поэтому я вот пока вопросы Максу буду задавать, которые здесь пришли. Макс, расскажи, пожалуйста, про свой первый живой турнир и какие были ощущения. Был ли ты в тот момент к нему готов на 100%? И был ли ты на 100% уверен, что попадешь в призовые? Ой, это первый мой турнир был... 2006 наверное, шестом или седьмом году, он был в Метелице, как сейчас помню, по четвергам там был еженедельный турнир по $100, или вообще это было в Короне, я не помню, то есть разные места, то есть турниры были как 20 евро, $50, $100, я вот помню, у меня был банкролл, по-моему, 1000, и я думаю, ладно, пойду в Метелицу, сыграю. Первый турнир по $100, а четверг все собирались, все регулярно. Играло человек 80, если не 60. Вот. И я даже помню, я выставился на финальном столе с десятками против туз-10. Открыли флоп-туз. Я понимал, что это не должно так просто закончиться. Ривером я поймал десятку. Вот, со своими двумя десятками. И в итоге в хэдсапе поделило по 2000, и я был несказанно рад. Потому что, во-первых, я удвоил банкролл, во-вторых, я понял, что я гожусь помимо онлайн-покера в офлайн-покера. Ну, после этого, конечно, много событий произошло, но вот это я вот помню, этот турнир как особо запоминающийся такой. Ваня, а ты первый свой турнир помнишь? Живой? Живую? Был в клубе Орки. Да не, в Короне, наверное, что, как и все. Вот эти там были воскресные рябайники, я не помню, $50, что ли, или какие-то. То есть ты сразу так нырнул в дорогую игру, не, да? Не, ну так трибай я не делал, естественно, не жмакал. Тоже не было. Я по стратегии победы сделал вход, сижу тайтл, потом аддон, и как бы вот. Главное выиграл. Было дожить до аддона. Ну, не первый какой-то там был. Выиграл пару этих турниров в свое время, но не первый, нет. Так, ну тут вопрос ко мне. Михаил, в детстве не занимался ли ты вздюшор «Зенит» в Санкт-Петербурге? Нет, я всю жизнь жил в Москве, но в одно время играл там в таком своеобразном дубле ЦСКА. Во, Макс, тебе вопрос. Собираешься ли ты на зимовку в Тай? Если да, то куда? Смотрим и слушаем ваши комментарии из Пхукета. Удачного эфира, Антон. Да, уже, наверное, не собираюсь. Недавно уже приехал с островов. Пожил, решил вот посмотреть, как и зимой можно существовать. Пока в Москве не очень нравится, очень... Холодновато, ветер пронизывающий, хочется обратно в плюс 30 и... Хочется на Багамы. Хочется на Багамы. А, Макс, кто из топ-регов для тебя самый неудобный соперник? Кого считаешь сильнее, Сорелла Митса или Филиппа Грусома? Ну, интересный вопрос на самом... Ну, из топ-регов, здесь не сказать все... Очень много хороших игроков. Кто-то в определенный момент более на слуху, потому что он выиграл там турниры или там подобное.
Но не могу выделить кого-то, потому что, ну, реально большое количество хороших игроков, которые показывают стабильные результаты. Да, я сейчас Варрингтон сделал рейс. Причем, смотри, ну, не то, что повторяет ту же ошибку, но помнишь, он у нас со стеком 15 ББ или 16 с Баттона сделал рейс в Олега Плавского и выбросил на Алын. В этот раз он с блайнда на блайнд с таким же примерно стеком зарейзил в катупаса и тоже выбросил. Не, ну с Баден это еще имеет смысл. Я думаю, это нормально, потому что... Ну просто чем так можно было сыграть сейчас? То есть, по идее, сколько у него было? 14 блайндов сейчас или 15? Ну а это можно, если катупас более тайтовый. Ну, неважно, уже закончилась раздача. Я вот закончу ответ, скажу, да, очень много регуляров, которые время от времени могут заносить, ну, главное, которые показывают хорошую игру, и здесь нельзя кого-то выделить, ну, как я уже говорил, много хороших игроков, а кто сильнее, Филипп Грусем или Сорел Митце, ну, Митце, он такой более, на самом деле, интересные оба персонажа, что Грусом, он играл вообще дорогие СНГ отборочные на PokerStars, постоянно регуляром был, там по 2000 СНГ играл, очень выиграл много в турнирах. Но сейчас он в основном кэш-игрок, насколько я понимаю. Ну нет, я не знаю насчет его кэш-увлечения, он там играет все турниры, играет хай-роллеры по 50, по 100 тысяч. Немцы достаточно плотные игроки, вот кто топ-реги, немцы, они все очень хорошие, потому что и хорошая немецкая школа МТТ. Вот, Митце это все-таки более, не больше канадец, он в принципе и так канадец, он более опытный, но я бы их не ставил каких-то различий, оба хорошие игроки, так что выделить. Тут даже вопрос был, кто для тебя самый неудобный соперник? Да нету такого вот удобный, неудобный, все хорошие игроки, они неудобные, потому что они не делают ошибок и получается вы... постоянно боретесь в равных ситуациях, но если я правильно оцениваю, да, игрок, если правильно оценивает свой скилл, то он считает, да, в равные. Но может, есть кто-то, против кого не складывается. У меня, например, я у Мурмана не могу ни одного алына сейчас выиграть. Ну, я на это не отслеживаю причину, у кого я не могу выиграть алын. Я не люблю просто сидеть с хорошими игроками за столом, потому что они делают меньше ошибок и больше... ставит тебя в неудобную ситуацию, где ты должен думать в два раза больше, чем ты будешь думать с не очень сильными оппонентами. О, хороший флоп. Два творческих игрока у нас, творческих в кавычках. Ну, давай. Хоть флоп творческий, если игроки тайтовые, хоть флоп. Ну, правда, Гомес тут один раз провернул красивый блеф, после которого прыгал, скакал и своим львиным и хвостом махал. И говорил, I'm sexy and I know it. I know when. I'm sexy and I know when. Катупас напал на Гомеса по флопу дам 5-6. Неожиданно, да, ты комментируешь финальный стол и просто на слуху, да, не смотришь. Катупас напал на Гомеса. Ну, ты думаешь, нормально я смотрю турнир. Ну давай, Максим, прокомментируй эту раздачу. А, жалко, я хотел, чтобы ты прокомментировал эту раздачу, после этого мы бы тебя отпустили. Я считаю, очень... А куда наш чиплидер все время ходит? Он там что, он напивается в углу? Почему его никогда нет за столом? Просто... Ну, он так гуляет. Ну все. И у нас только уже это все неинтересно, да? Ребята, дайте мне мой первый приз, и я пойду домой. Ну хватит уже, что вы? Раньше в метелице бы вот 7 человек, 6 человек осталось, все такие пятеро. Ладно, давайте ему первый отдадим. Да, оставим. Да, давай. Ну я, кстати, думаю, что многие тут бы не отказались вот о таком варианте. А для Джеласи это идеальная ситуация. Поддавливать, поддавливать, пока никто не хочет. По факту, конечно, я думаю, если будет расчет по стекам, я думаю, все будут не против. Ну, кроме Бена, наверное. Вот если Бен вылетит, то, в принципе, вообще не проблема по стекам. Что Гомес, что Сергею, это с их стеками будет тоже очень выгодно делить. И также... и Давиду, и Греку. Ну, по-моему, на финал ЕПТ не было за последние, по крайней мере, годы таких случаев, чтобы делили там на 6 человек, на 5 человек. Ну, разные ситуации должны быть, я думаю. Ну, это вот как-то, не знаю, отношение, может быть, к дележке меняется. Я помню, раньше меньше намного делили на крупных турнирах. Сейчас, мне кажется, это больше распространено. Ну, поскольку это официально разрешили, да? Ну да, и меньше, наверное, переживают, потому что стало официально. Ну, вот я действительно не помню раньше, что в ЕПТ как-то делили постоянно финалки. Сейчас это достаточно часто. Ну ладно, даем минуту на прощание Максиму Лыкову, который уже торопится. Мне минуту много. Спасибо, Максим, удачи тебе. Спасибо всем слушателям и моим со-комментаторам. Я желаю удачи и победы Сергею, потому что...
Нам нужно больше русских людей, которые выиграли ИПТ. Вот. Увидимся. Всем удачи пока. Максиму в его сегодняшней игровой сессии, да и в завтрашней. В его дороге домой долгой. Давай, спасибо, Макс. Миша, я правильно понимаю, что Сергей это... ну, как бы он пробился там как-то через там отборочные, может, через... Ну, мне так нормально, в принципе. Сейчас. Сергей Кузьминский – это человек, который, да, ну, напомним тем, или, может быть, кто-то подключился сейчас, вечером, добравшись через пробки, человек, который выиграл фрирол для... специальный фрирол, для, как называется, для участников социальных сетей. Угу. Вот, то есть там играл, по-моему, 150 человек, и что-то около этого один был приз, это поездка, ну вот, да, пакет на ЕПТ Прага. Вот, сам он, мы уже тут много раз путывались, но, по-моему, из Череповца родился в Кемерово или наоборот, учится в Кемерово. Ладно, боюсь соврать, все это много раз смотрели, и вот он даже продавал доли на одном хорошо известном тебе сайте, причем продавал он почему-то 15%. Продавал он почему-то 15%, но, то есть, немного, но у него не взяли. При этом он писал, что, вот еще раз скажу, что он сразу же хотел поехать с девушкой, но они были не уверены, что у них получится с финансовой составляющей, билеты достаточно дорогие оттуда. Но в итоге приехали вот они сюда вдвоем с девушкой. Я не знаю, может быть, кому-то из друзей в итоге он продал какие-то доли, но играет он, начинал он с СНГ 25-центовых, не так давно причем. Mm-hmm. Он блог открыл тоже на известном тебе сайте, по-моему, месяц назад. И написал, что играет вот на СНГ на 180 человек за 25 центов и так далее. То есть человек, который играет микролимиты, учится... Ну, кстати, если он СНГшник, то сейчас таким стеком... Несмотря на то, что он играет мелкие лимиты, у него, в принципе, может быть, даже здесь есть преимущество над некоторыми игроками, потому что эту игру он понимает лучше. Ну, как бы то ни было, он никаких ошибок здесь не делал. Ни вчера, ни сегодня. То есть он там местами, может быть, достаточно тайтово действовал, но тайтово агрессивный и так далее. Вот здесь он проиграл обидное для себя, ну, не могу сказать сравнение, но открылся с УТГ, получил алын от Бена Ворингтона. Алын там был на сколько? На 18 блайндов, что ли? Ну, он там посчитал, подумал, закрыл на шестерках, у того тузы были. Угу. Но опять же, показать того, что он понимает такие вещи. То есть, ну, стека так... 2 миллиона 200 открылся, получил алын 700 тысяч и не выкинул пару шестерок, хотя... То есть, по математике он там должен как раз был колировать, вроде кол около нулевой. Ну, поэтому я достаточно оптимистично оцениваю его шансы. Ну, я тоже оптимистичный. Более того, вот из всех тех, кто здесь присутствует, ну, все нахваливают Ворингтона, правда, я уже устал там, ну, потому что он настолько, вот он гораздо тайтовее, чем эти два парня. Он за сегодняшний день сыграл 3 раздачи. Одна, ну, ты, наверное, видел, где там он 4 бет поставил и выбросил на 5 бет. После этого открылся с баттона в Олега Плавского с 15 блайндами, выбросил на алын. И тут тоже на алын выбросил. Ну да, но вот это четвертый был, а третий, где он с тузами поставил алын. Вот все, 4 раздачи за весь сегодняшний день. А вчера у него был большой стек, и ну, он тоже сыграл там 2 раздачи. Очень все-таки надо понимать, что очень мало раздач сегодня сыгралось. Ну да, но просто потому этот что человек... Может просто не вести. Бывает такое, что если человеку сдают 2-7 разномастные каждую руку, но ему тяжело что-то. Ну просто где-то в начале игры, когда у него был стек, может было ему бы трибетнуть Джеласи, который там старался много открываться. Накануне он был одним из чип-лидеров, тоже не открывался. Ну, хотя я согласен с тобой, что со стороны, там, не видя карт, легко рассуждать. Ну сейчас у него такой стек уже, что... Игра простая. Игра простая, ничего ему не остается. Ну видишь, у Сергея сейчас второй с конца. Вот, больше всех у нас радуется вот этот Гомес, который провернул один раз красивый блеф. Он-то начинал у нас самым коротышом, а уже пересидел двоих, и дела у него не хуже всего. Ну, давай я буду вопрос озвучивать дальше. Тут присылали, пока еще был Максим, поэтому вопросы Максима буду тебе переадресовывать. Вот, Максим, ну, соответственно, теперь уже Иван. Напомню, что в студии у нас здесь Иван Демидов. Как считаешь, можно ли Сергея Рыбаченко считать топ-регом? Ну... Лучше пускай Максим отвечает на этот вопрос, потому что Сергей мой друг. И, но вообще, что такое топ-рек? Я не люблю комментировать игру. Но просто на самом деле, это топ-рек. У нас, ну, по крайней мере, в покерном интернет-комьюнити топ-регами иногда людей называют не то чтобы в шутку, но с такой негативной окраской. Тем более, сейчас перебью, Сергей поставил лин, забрал банк, ну, подобрал блайнды. Ну, в принципе, для него это очень неплохо. Сейчас-то М уже достаточно велико.
Если оценивать, называть топ-регом тех, как у нас в интернете называют топ-регом тех людей, которые умеют выигрывать там все алыны, там, все монетки и так далее, ну, в интернете очень агрессивные, то, наверное, Сергей не топ-рег, потому что он не все алыны выигрывает. Нет, ну, Сергей, там, у него есть сильные игры, есть бой, есть игры, в которые он играет похуже, ну, там, не знаю, в раз, я не специалист в раз, но вроде бы все говорят, что он сильно играет. В турнирах тоже хорошо. Понимаешь, он все-таки игрок, он больше специалист по живому покеру. То есть он силен в лайф-игре больше, чем в интернете. Хотя и в интернете у него в последнее время в турнирах очень хороший результат. Ну да, приятно, кстати, что тут много вопросов задают про Сергея Рыбаченко. То есть люди его знают, болеют за него. Ну, сейчас у него хороший период в турнирах, он уже там долгое время лидировал, вот сейчас F-Tops проходит на Full Tilt, там, в общем, за счете долгое время лидировал, а сейчас вроде бы на третье место откатился. Ну, я уже перестал последние два дня следить, но, в общем, у него есть шанс побороться за общий зачет, и вообще, по-моему, за все F-Tops он там на каком-то на третьем месте, что ли, или на четвертом. Ну да. По этим очкам. Вот интересные выкладки, но если бы нам еще по ФР показывали бы, потому что, смотри, вроде в ПИП одинаковые у Джеласи и Бойчияну, но Бойчиян, ну, практически рейдов не делал. Ну, я тебе скажу, что нету такого, нельзя сказать, что у кого-то очень маленький процент, ну, там... Ну да, 14 минимальный. 14, это, ну, если не везет с картами, в принципе, и тем более стол-то был не 6 макс долгое 9 время. 9 макс, да. Это вполне, ну, нормальный процент. Просто когда играешь, когда живой покер, иногда... тяжело, вот как-то вот, ну, по крайней мере, у меня в онлайне больше отработан тайминг, что называется. То есть я понимаю, если человек час выкидывает в онлайне, значит, он тайтовый. А вживую, если он час выкидывает, это ничего не значит абсолютно. Это очень легко, там, это 20 раздач, 30, которые просто может заходить полный мусор, и, ну, человек не хочет исполнять. Длинный очень вопрос, я коротко его переформулирую, ну, тем более мы подобную тему сегодня затрагивали. Человек отыграл онлайн более 5000 турниров, сыграл очень много рук в Potlimit Omaha. Офлайн практика 4 года. Кэш 1-2, 5-5, не новичок. Были всегда у него отличные результаты, но вот сейчас 7 месяцев у него полный даунстрик. Не понимает, что происходит, и уже совсем поплыл. Проигрывает все выставления 70 на 30, 80 на 20. Банкролла почти не осталось. Ну, возможно, есть какой-то добрый дельный совет. Ну, какой здесь может быть совет? Это очень специфический вопрос, в том плане, что каждому помогает свое. Если у меня начинался даунстрик, естественно, у меня в жизни было тоже достаточное количество даунстриков, и на банкролл я ни разу не проигрывал полностью, но так, чтобы вот там проиграть 70% банкролла, у меня такое, в принципе, бывало. Ничего, мне помогал перерыв какой-то от либо спуститься сильно очень на лимиты, и, допустим, пускай даже у вас, не знаю, там совсем на низкий лимит, где у нас, где банкролл у нас даже слишком много для этого лимита, но просто для того, чтобы обрести уверенность. Ну, много, ну, не знаю, банальности, много работать над игрой в такие моменты. Хотя, конечно, это очень сложно. Вот здесь тоже, ну, важно не переборщить, потому что когда ты в даунстрике, и когда ты считаешь, что все время человек калирует твой трибет, у него все время трипс слопа, и типа, давай-ка я сразу буду с заметазами ставить улын, чтобы он ничего не поймал. Ну, ну ты, да. Такая логика, она тоже не работает, нужно все-таки трезвость ума сохранять. Ну, наверное, действительно, паузу взять и посмотреть там, не, вот на самые большие банки сыгранные, ну, там, по холду менеджеру, раз вы давно играете. Нет, самые большие банки нет, это вот как раз, кстати, очень большая... Мне кажется, ошибка. Но можешь посмотреть, как раз, если ты сыграл правильно, то вопросов к себе нет. Большинство денег проигрывается все-таки не в больших банках. Большинство денег люди теряют, особенно в кэш, даже не в средних банках, я бы сказал, а в маленьких банках. Ну, в маленьких и средних, потому что большие банки, они редко бывают. Гораздо чаще, если у вас есть какая-то, как сказать, глобальная ошибка в игре. Лиг там серьезный. Лиг серьезный, то вы будете терять понемногу, но часто. Поэтому как раз здесь, не знаю, ну что, ну взять перерыв, поговорить с другими сильными, ну, игроками. Кстати, да, поговорить с игроками или, может быть, взять тренера вот там, ну, тренера не глобально, а попросить отправить вот там свои hand history, чтобы, ну, человек, да, разобрал, может быть, он увидит какие-то... ну, я, по-моему... То ли я кому-то в свое время отправил, то ли как раз меня кто-то попросил посмотреть там из тоже достаточно сильных игроков. И там можно увидеть, что там, ну, бросаются вещи какие-то там.
А, ну, Джон ко мне приходил, когда я еще начинал играть, там, Женя Teach Me Please, один, знаешь, из известных тренеров. То есть, оказалось мне, что у меня просто сайзинг был, ну, какой-то ужасный, там, 3-бета и все. То есть, вещь, как ты говоришь, то есть, я вроде все делал, но там... Нет, когда даунстрик, когда очень много играешь, когда наступает даунстрик, ты перестаешь трезво оценить. Человек не может оценить трезво свои раздачи и свою игру. Это, ну, настолько психологически... напряженном состоянии, если так можно сказать, что как бы объективность и трезвость мышления отступает на второй план. Я просто знаю, тоже у меня был даунсрыв в кэше, когда я начинал только играть, еще до 2008 года, там играл 1-2-2-4, ну, средний, ну, не такие низкие, средние лимиты, скажем так. И у меня был даунстрик, когда я за 2 месяца наиграл 300 тысяч рук, что для меня вообще не свойственно, я играю достаточно мало. Ну, вот здесь вот просто потому, что я вставал, катал, играл 16 часов, ложился спать, и так на протяжении 2 месяца. И могу сказать, что хоть столько рук я наиграл, но моя игра не сильно улучшилась за это время, просто потому что вот именно был какой-то тильт, какой-то это. Я брал не качеством игры, я брал, ну, пытался взять количеством, пытался перебороть этот даунстрик количеством игры, хотя, ну, конечно, лучше было бы просто взять небольшой перерыв, подумать, передохнуть и как-то скорректировать свою игру в более правильном направлении. Вопрос был Макс Лыкова, он ушел, я за него отвечу. Макс, скажи, чего ты начал играть в турниры за 11 и за 22 доллара? С чем это связано? Ведь раньше ты играл более большие турниры. Ну, если кто-то смотрит, там можно на PokerStars Find the Player нажать. Макс играет там, когда играет там, он играет там 15, там, ну, 15-20 турниров, ну, даже меньше. И там турниры от 11 долларов, там, ребай, до 100 долларов ребай. Просто есть хорошие турниры на PokerStars, из числа 11 долларов ребай, где там гарантия 40 тысяч. И... Ну, есть же такой игрок Шон Зип, допустим, онлайн, да, который играл все турниры от 3 долларов с ребаями и до там тысячника в этот же день. То есть это просто онлайн-гриндеры. Вот так. Ну, онлайн-гриндеры, потому что там вы видели, может, программу про Максима Лыкова. Люди играют там 20 столов плюс, и поэтому, когда не хватает загрузки там турниров там с боином, там, со средним боином 100 долларов, они грузят все турниры подряд. Тем более того, что, например, вот турнир 11 долларов ребай, который, по-моему, в 0 часов или в час ночи по Москве, начиная с на PokerStars, там гарантия 40 тысяч, первое место 8 или 9 тысяч, составы достаточно слабые. Почему бы не играть? Ну, это больше, чем, допустим, даже в 100-долларовом турнире фризауте в каком-нибудь, так что... Кстати, ребай мне нравилось всегда играть, когда я начинал, особенно потому, что там глубокие стеки получаются после ребай периода, то есть после аддона. Вроде боин небольшой, а стеки достаточно глубокие, и это позволяло иметь преимущество над слабыми игроками. Ну, давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит за время вот озвучивания мной вопросов, которые вы можете отправить по адресу eptpokersobaka.mail.ru. Сейчас я вот попрошу новую порцию нам передать. Ничего особенного не происходило. А вот сейчас рейс от Бойчияна и Алын ставит Сергей Кузьминский и просит показать стэк. Закалировал, кажется. Бойчиян, да. Король-дама, ну, король, по-моему, дам... у Сергея, да? У Сергея 2 десятки. Ну да, но ну, вот, для меня странно, по идее, в другой последовательности дилер не обязан положить карты именно в той последовательности, какой игроки сидят. Если честно, я не знаю. Просто, ну точно, не настолько знаком. Ну, мне кажется, что король-дама у нас, да? Просто... Мне показалось тоже, что король-дама червей у нас. И... Просто за что болеть? Ну что, стандартный. All-in, стандартный кол. В любом случае, как бы эти руки не лежали. Согласен, но просто надо понимать, что нужно нам. Да, нам да, все-таки нам... король-дама. Ну нужны. Что, нам нужна грамма девятка червей. Ну, можно просто короля и ну, нормально. Согласен, ну, девятка червей. Ну, туз червей. То же самое, что девятка. Плохая очень карта, да? Всегда очень долго тяну перед ривером. Увы. Увы, не везет Сергею. Все равно отличный результат для человека, который в первый раз, так понимаю, выехал на крупный турнир живой. Ну что, я считаю, виноват Максим, который ушел и перестал его поддерживать здесь. И,
Ну, конечно, Сергею фантастически складывалось, да, и вот он накануне, или я уже сегодня вспоминал про эту раздачу еще раз, вытащил два аута на ривере против Миши Петрова. Ну, там кулер, оба не могли сыграть иначе, когда Сергей при флоп закалировал рейс от Миши Петрова, открылся флоп король-валет маленькая. Да, я читал эту раздачу, когда он поймал туза на ривере последнего против сета. Ну, там кулер, опять же, оба не могли сыграть иначе, но, к сожалению, сейчас Сергею не получилось, и очень обидно для нас, да, мы болели и за Олега, и за Сергея. Я, когда смотрел на финальный стол, мне как-то был уверен, что кто-то из наших там, ну, топ-3 должен пройти, потому что два человека и стейки нормальные более-менее. Ну, но, да, к сожалению, да. Увы, вот так, и посмотрите, ну, сейчас, по идее, наверное, должно начаться, ну, шоу одного актера, хотя он особо и не... А он что-то не играет, ну, по-моему. Да. Ну, постепенно, видишь, там, нужный момент удваивается, но вот у Ворингтона вообще плачевная ситуация, и теперь уже Ворингтона можно смело пихать, ну, пересиживать некуда. Ну, кстати, для больших стеков ты хорошо, что Сергей вылетел, потому что... Он-то как раз понимающий игрок в плане вещь, он король-дамы поставил, ну, правильную луну, как бы, то есть он не сидел, не высиживал прям супер-тайт, то есть против него тяжело было много открываться, потому что с его-то стеком он бы часто луны ставил, и для больших стеков это, конечно, сейчас ситуация поменялась, им стало легче, остался всего один коротыш, который, тем более, не играет вроде особо активно. Вот, поэтому... Ну, уже не может играть, у него один с блайндов. Ну, как может, почему? Имеется в виду. А лыны на каждый рейс. Ну, лыны, смотря, да, с чем он будет ставить на рейс соперника. Можно же ставить только с тузом и там король-дама, а можно ставить с валет-10 там разномастными там каким-нибудь. То есть это... Ну, мне кажется, что на данный момент больше всех доволен Гомес, потому что он начинал с коротким стеком. Сейчас он уже в топ-5, и при этом у него не самый короткий стек. Вот, совершенно комфортно себя ощущают Катупас и Байчиян. У них третий и второй стейки соответственно, и все идет по их плану, играют свой спокойный тихий покер по карте. Знаешь, мне кажется, вот сейчас этот финальный стол, то, что я видел, ну, кроме, я так понимаю, раздачи с Олегом, как-то все идет, как идет, в том плане, что вот какие карты сдают, так и происходит. То есть, ну, вот вы сдали карты, выставились, кому-то... там, не пришла дама с королем, кому кого-то десятки устояли, один человек вылетел. Вот нет каких-то таких раздач, которые... Ну, вот единственный блеф там, ты видел, да, наверное, от Гомеса? Нет, этот я пропустил. Я слышал, как вы его обсуждали в эфире, но сам блеф я пропустил. Не, ну, там просто красиво получилось, потому что Херм открылся с баттона на большом блайнде, вот наш львенок защитил свою руку, при том, что у него тогда было 16 или 17 блайндов, то есть не намного больше. Флоп, туз 7-7. Чек и этот чек behind херм сыграл. Ну, как бы мы вроде обсудили, что понятно, что у него туз там, ну, может быть, семерка, что он думает, как добрать. Терном упала двойка, ну, правда, пошло флеш-дро. Чек-чек быстрый. И рерум падает десятка, закрывший вот этот дальний флеш. Чек, этот херм ставит, чтобы добрать. Ну, тут видимо, туз у него. И тот ему чек-рейс там, ну, на полстек. Ну, 340 тысяч, за спиной 500. Там тот поставил 115, этому 340. Тот сидел, херм долго думал, минуты две выкинул и... Нам доска была туз 7, 7, 2, 10, 3 червы. И наш этот львенок, когда тот выбросил, гордо бросил на стол дамы 4 бубновые, закричал «Бамус», побежал там, «I'm sexy and I know it», там, и так далее, «Яху», и так далее. Вот. То есть взорвал стол, начал ходить, танцевать. Не, ну вроде бы, человек, который сидел аккуратно, тяжело здесь закалировать на ривере. Ну, тяжело, это надо понять, что ему он прям вот... запланировал такой какой-то... Ну, я тоже сижу и говорю, почему, ну, правда, Илья с Максимом меня разубедили. Я бы туза выкинул, мне кажется. Здесь. Ну, я говорю, что потому что вот, то есть он настолько узко изображает, что там или флеш вдруг доехал, или что у него там какие-нибудь двойки там, или десятки. А чего вдруг тайтовый коротыш решит... Ну да, да, что, в общем, изображает очень узко, но вот именно такой блеф, и понятно, что херм так долго думал, но не с король хай там, то есть ясно, что там был туз, там... Ну, это, конечно, раздача дурацкая, очень подозрительная линия, что он с флешом так сыграет. Ну, понимаешь, вот именно настолько абсурдный блеф, что... Ну, какая-то абсурдная раздача. Мне кажется, здесь надо подкинуть монетку просто и принять какое-то решение, потому что понять, что творится в голове игрока в этот момент невозможно. Но зато это была вот единственная творческая раздача, такая по-настоящему у нас за столом. Смотри, Джеласси решил по одному лагу, пора бы порейзить. Тут же получил Лола. Но у него, кстати, уже практически нету паса. Ну, то есть... ну, вроде да, но то есть насколько там должна быть слабая рука, что он сейчас думает? Валет 10 тоже вроде надо закрывать. Да нет, валет 10 закрывать надо. Нет, я имею в виду, что, наверное, на месте Джеласи я бы рейзил любые две карты здесь сейчас. Потому что на большом блайнде сидит тайтовый.
как я понимаю, достаточный игрок, и у Джелати такой имидж, что он последней раздачи не открывал особо, как я ну да, да, а Ворингтон, понятно, что All-In все-таки совсем широко ставить не будет, потому что фолдек ведь у него вроде как особо и нет. Ну, смотря что такое достаточно широко, все-таки он может поставить достаточно широко, но все равно мне вот так, навскидку, мне кажется, нормальный рейс баттона. На любых двух картах практически. Так, ну тут к Максу вопросы остаются. Это, наверное, уже до следующей трансляции. Скажите, Макс и Михаил, ну, наверное, теперь уже Иван и Михаил, почему вы не играете Ропл? Ну, Russian Online Poker League. Планируете ли вы завтра сыграть Main Event Ропл? Почему я не играю? Ну, не знаю, не хочется. Ну, вот Илья Городецкий браслет там выиграл. Я знаю. Фархеле выиграл браслет. Никаких нету специальных причин. Ну, просто я не могу сидеть. Не то, что не могу сидеть. Не хочу сидеть допоздна. Вот в воскресенье я буду играть в воскреснике. Может, и сыграешь. И сыграю, может быть, да. Чтобы совместить. Поэтому... Так, в принципе, идея-то прикольная. Что, хорошая структура в турнирах. Ну вот сейчас Ворингтон с баттона просто ставит all-in. А, не просто, да. Вот ТГ рейс был. Опять думает. Ну, правда, теперь уже всарить на эти позиции. У ТГ баттон на столе 5 макс. Это, конечно, совершенно номинальное значение. Всари 2 раздачи подряд выигрывает. Ну, разошелся Ворингтон. То есть сейчас как раз, я думаю, что все-таки он довольно широко ставит all-in, потому что... А кого выждать? Ну, некого выждать теперь уже. Ну, да. Он настолько самый... Вот даже он выиграл 2 раздачи подряд, и, по-моему, все равно он остался на последнем месте по стеку. Ну, или ну, там... Ну, догнал там практически. Да. Но все равно, то есть ему выжидать-то, да, все равно, видишь, на последнем месте. И причем еще разница все-таки 400-300 тысяч. Ну, конечно. Вот теперь, собственно, и Гомеса выжидать нечего, если быть объективным. А, ну, Гомеса Ворингтона выжидать. Вот сейчас у них борьба у Гомеса и Ворингтона, а разница там, наверное, порядка 100 тысяч будет между 4-м и 5-м местом, местами. Мне кажется, чуть меньше, но все равно, конечно, большая. Вопрос Михаилу и, ну, соответственно, Ване тебе, ну, не знаю, ты, по-моему, тоже. Ладно, вопрос простой. За какие футбольные команды вы болеете? Ни за какие, за сборную России. Я не смотрю футбол, поэтому... Ну, в общем, плюс один, хотя я и за сборную России не болею. Я не болею против, но я и не болею за, скажем. Ну, нет, мне на самом деле... Вот, я как хоккей, футбол, мне, в принципе, нравится игра. Я смотрю чемпионаты мира, чемпионаты Европы, но регулярного матча нет. Во, отличный вопрос. Но, Вань, подумай перед ответом. Хотя ты всегда, ну, как сказать, грамотно всегда отвечаешь. Думаю. Политически грамотно. Мне 13. Так. Играю 4 года. Есть ли смысл делать депозит? Если есть задосы, да, то в турнирах более чем на 2000 человек, но потом все сливалось. Не понял, если у него есть заносы, то, наверное. Ну, просто, если вам 13 лет, то, конечно, здорово, что вы играете 4 года, да, то, ну, мы не советуем вам делать депозит, потому что... Потому что это чревато, и это... Играть можно. Покер Старс, как бы, и вообще покер-румы очень серьезно к этому относятся, к этой политике, поэтому... Ну, и была история, когда... Конфисковали, выиграли. Да, человек выиграл там несколько сотен тысяч... в мейн-эвенте, так что лучше пока оттачивайте свое мастерство, ну, в визах. Ну, вообще, покер — это такая вещь, где чуть-чуть потеряете контроль и можете проиграть все свои деньги, то есть, ну, или даже больше, чем у вас есть, поэтому, конечно, не стоит, мне кажется, 13 лет играть на деньги, ну, как бы на плеймане можно тренироваться и ждать. Ну вот, пишет человек, что Давид Бачиян, армянин и мой дальний родственник, просто долгое время в Голландии живет. Можно вы больше не будете его голландцем называть? Ему тоже приятно будет, спасибо. Но мы не называем голландцем, мы говорим, что представитель Голландии, игрок из Нидерландов. То есть вот, но хорошо, будем называть просто Давидом. Нет проблем, тем более мы это тоже уже отметили. Угу. Что армянская сторона за него. Вот он, наш Лев, надел еще свои знаменитые очки. Ну, не как у Грега Реймера, но тоже симпатичные. Ну, закалировал, кстати, Варрингтон. Я так понимаю... Чек-чек. Чек-чек по риверу. У кого что? У одного пара четверок, у другого маг. У кого только пара четверок? Ну, как раз у Давида. Ну, наверное, да. Наверное, Варрингтон у него какой-нибудь туз. Тут что-то было.
какие-нибудь туз-дамы, легко туз-король могли быть, потому что на такой доске, конечно, 5-10-7-5 тяжело поверить в какую-то сильную руку у соперника. Ну вот да, Уоррингтону лучше в постфлоп с таким стейком не связываться, не ввязываться, хотя здесь... А, ну да, он, наверное, калировал. Он позицию. Не ввязывался, он напал. А, он напал. Давид на защитил большой блайн, да. Ну, да, может, там даже какие-нибудь туз-король были. Туз-король же не ставить малый, надо расширять. Туз-даму. А, привет, в онлайне замечаю, что игроки из России и СНГ очень активны и агрессивны. Если за столом сидит такой игрок, то можно ожидать веселой, агрессивной игры, интересные игры. Как ваше мнение по поводу агрессии игроков из постсоветского пространства? Или мои наблюдения не верны? Мне кажется, любые... Это какие-то слишком общие наблюдения. Это... Не знаю. Я не замечал. Нет, наши игроки агрессивные, но существует куча других стран. Какие-нибудь французы, скандинавы, которые, мне кажется, еще более агрессивно играют, чем наши. Поэтому, не знаю, я не могу так сказать. Может быть, такие наблюдения имеют право на жизнь, я не замечал. Вот тебе профильный вопрос по твоей специализации. Мы-то понимаем, что покер это у тебя просто хобби. Иван, в какие игры играешь в онлайн? Хочу с тобой поиграть. Сейчас ни в какие, практически. Ну, я помню, у тебя недавно не в колодце ругательства какие-то были. Недавно я... Вот когда где-то месяц назад, да, я поигрывал, но где-то месяц играл. Но сейчас перестал. Ну, я не... Все, это в прошлом. Я же, кто, может быть, не знает, я в юношестве, в молодости профессионально играл в компьютерные игры, но сейчас иногда нападает такая ностальгия, хочется месяцок поиграть, но, в принципе, мне достаточно быстро сейчас надоедает, да и времени нету, и как бы других дел хватает, поэтому вот если бы месяц назад вы меня спросили, я, может быть, чем-нибудь ответил. Сейчас уже не играю. Так, ну что у нас здесь? Гомес с